Это любимый тренажер из-за кнопочки. Тут есть такой мини-компьютер. Он считает, сколько шагов мы сделали. Ему вот тут вот, как это, нравится шагать. Еще несколько месяцев назад двухлетний Матвей мог только ползать. Сейчас он уже тренируется ходить в специальной экипировке. Простые для большинства детей двигательные навыки этот мальчик приобрел только после 8 курсов комплексной реабилитации и ежедневных домашних упражнений и массажа. Мы ползали год на четвереньках. Ползали целый год, и у нас особой динамики не было, чтобы он что-то делал. Он еще не сел самостоятельно и не встал у опоры самостоятельно. Когда мы начали вертикализировать, самостоятельно его вставить на платформу или на степы, тогда он начал делать нам успехи. Матвей – второй ребенок из двойни. Мальчики родились на 10 недель раньше срока и были в тяжелом состоянии. Старшему Тимофею повезло больше. Он быстро шел на поправку. А вот у его брата-близнеца врачи диагностировали поражение головного мозга. Кроме задержки речевого развития, у мальчика обессилены все конечности. Чтобы освоить самые простые движения, нужно постоянно заниматься. Это ежедневная реабилитация, ну, тренировки, которые у нас и так проходят дома, и курсы реабилитации, которые мы проходим. Да, это если каждый день заниматься, вот мы видим результат, который был за 2 месяца. Да? Мы этому очень радуемся, и мы продолжаем делать это каждый день. Чтобы научиться ходить самостоятельно, Матвею необходимо продолжить занятия со специалистами. Лучшие результаты на сегодня дали занятия в Польше. Туда семье нужно съездить 3 раза в течение этого года. Общая стоимость зарубежной реабилитации превышает 60 тысяч рублей. Собственных средств молодой семье уже не хватает. Супруги приняли непростое для себя решение – просить помощи у неравнодушных людей. Хочется, чтобы он... Ну, пошел и был, как другие дети. Почувствовал это детство, вот как мы бегали, игрались. Сейчас хочется, чтобы уже вот пока маленький, быстрее ему это все дать необходимое, чтобы он смог подправиться и ходить. Курсы реабилитации – это только часть большого пути. Впереди мальчика ждет сложная и дорогостоящая операция, которая даст возможность ребенку в будущем жить и двигаться полноценно. Именно об этом мечтают близкие и родные мальчика. Хочу, чтобы ребенок был полноценным физически, психически, чтобы он развивался, как обычные дети. Помочь маленькому Матвейке сделать самостоятельные шаги может каждый. И это несложно. Пополнить баланс МТС, либо перечислить пожертвования на карту Беларусьбанка.